Блин, чего вы мне не подсказали в прошлом видео? Тут мне муха прилипла, я ее убил. И она тут была. И ездил все с ней, снимался, блин. Могли бы подсказать бы. А вы были в Константиновке? А я был. Как-то разочек. Там тоже есть брод. Но через него можно пройти на другой берег реки. Вот сейчас попробую форсировать этот берег. Погода сегодня непонятная. 22 градуса, пасмурно, там вообще как тучки идут. Не знаю, может, через дождь попаду. В общем, всем привет. Сегодня еду на Анграпу. Вброд хочу ее пройти. Тут, кстати, где-то корабль должен стоять во дворе у кого-то. По-моему, он здесь стоял. В этом дворе. А, нет, вот он стоит. Корабль. Грибы пошли, да. Блин, такие крупные. Можно заснять? А? Заснять можно на камеру? Да. Тут гроси грибы какие. Это белые, да, получается? Не, подберем. А, подберите. Здесь, здесь. Офигенно. Ну, уже грибы пошли. Вон она туча впереди. Ну, возможно, я в нее не попаду. А может, как, конечно, дождь опять этот был позавчера или три назад, дня назад. Опять все, весь город залило. Как плавал. Я там фоточку одну красивую сделал с этим затопленным городом. Две скину потом. Нет, тут еще парочку домов. Собачка. О, собачка. Собачка. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Пес. Иди сюда. Ну вот и все, он уже не хочет. Иди сюда. Ну вот и все, остановился, и собаке уже неинтересно. Куры, куры. О, вот там сколько их. Куры-дуры вечно под колеса кидаются. Дорожка такая здесь ровненькая, более-менее не разбитая вообще. В поселке было хуже, чем здесь. Что за этим поворотом? Ну, как от липы вкусно пахнет. Вернее, я приехал. Вот она, дамба, плотина. Вот она. А мне надо куда-то вот туда пройти. Там вот брод. Буду в брод переходить. Ну и заодно искупаюсь. Давно меня тут не было. Вон как она заросла здесь. Это канава. Или как сказать. Но тут у немцев были какие-то строения, потому что тут все в кирпичах. Вон все в стенах. И по одной стене мне придется идти сейчас вот по этой. Вот как-то так. На краю обрыва. Ну вот я и прошел. Вот такие тут у них были. Какие-то строения. Так, ну тут уже нормальная дорога.
Вот там я где-то буду подниматься с той стороны. Вот там, возможно, все заросшее будет. Вон тут тоже какой-то фундамент еще идет. Так, ну след мне вроде не грызут. Сегодня не так жарко, правда. Ну да, вот здесь вот. Вот здесь вот я и переходил. На ту сторону. На тот берег. Вот туда. Никого нет, можно смело переодеться. В плавки. Такое дерево. Куда-то тропинка еще идет. А, ну там еще просто одно. Одно место для... Для посидеть у берега. Вот. Ну что, переодеваюсь. Сейчас еще покупаюсь тут. Пойду проверю почву. Ух. Ну, у меня даже солнышко чуть-чуть вышло. Ну вон тут уже по колено. А нет, скамейка стоит, значит, может быть, люди ходят туда. Не сильно будет заросшая. Ну там. Ну тут вообще мелко. Вон так. Вот такой здесь вброд. Как-то на это тоже вброд переходили, эти байдарочники плыли. С ними фотографировались прямо вот здесь на центре. И я с велосипедом, они на байдарках. Сейчас поглубже найду здесь. Ну что, попробуем взять этот брод потихоньку, помаленьку. Оба. О, плечо больно только. Ну, все, вроде иду. Не сильно, только бы подтопить его. Фу. Плечо больно. И ноги больно только. О. О. Во, как я его запарковал. Ничего так. А вон и лодка стоит. Фух. Вот так. Я сегодня буду балдеть. Купаться. Я купаюсь, короче. Плыть не надо, вода. Течение само течет. Как будто плыву. А еще у меня есть вот что. Почему бы и нет. Ух. Пейте пиво пенное. Будет лицо офигенное. Ваше здоровье.
как это, анекдот. Лежит, это самое, голову положи на велик. Надеюсь, он не упадет. О, всех, вообще кайф. Даже можно встать чуть-чуть. Во, сейчас, так, сейчас отлично. Папуас в Африке где-то лежит там у себя. Под пальмами бананы ест. Европеец проходит мимо него. Говорит, что ты лежишь, ничего не делаешь? Он говорит, а что такое? Вот лежу, бананы ем. Остров такой, песочек. Море синее. Он такой, ну как что, европеец ему? Собери бананов, сплавай в деревню, продай, денег заработаешь. Он говорит, зачем они мне нужны, что я с ними делать буду? Ну как что, купишь лодку себе, сплаваешь на соседние острова, там соберешь бананов побольше, в город отплывешь, там продашь, заработаешь еще больше денег. Он такой, ну и что потом? Ну как, ну что потом? Купишь корабль там большущий, соберешь много-много бананов, отвезешь на материк, продашь, заработаешь вообще много-много денег. Что? Ну как что? Будешь потом где-нибудь на острове лежать под пальмой, ничего не делать? Он такой лежит, только я сейчас чем занимаюсь. У меня, кстати, еще орешки есть для прикуски. Потом выкину. Так, что-то я уже начал подмерзать. О, хорошо, а? Бодрячком. Блин, а там вот, куда мне надо идти, там глубоко. Там вон прям. Ну ничего. Пошел. Там еще раз занырну. Лесопедка моя. Камни больно, плечо больно, блин. Камни какие болючие. Это ужас. Главное, не все попадаются. Еще течение. Тут течение сильнее. Велик сносит. Парусит. Кошмар. Так. Как-нибудь. О! Одно есть колесо. А второе есть колесо. Так, теперь его надо как-то завалить, чтобы ничего не повредить. О, оба-на! Я и вылез вместе с ним еще, не казалось. Легкотня. Почти что. Мои черевички. Ну, а я пойду еще искупаюсь. Ну то какая глубина? По самой плавке. Кайф. Вон там где-то должна расти вкусная мята. Сейчас попробую пойти ее поискать. Оба-на! Так, теперь вытираемся, одеваемся и валим отсюда. Сейчас комары поналетят. Наверное. Ух. Самое, что удивительное... Ух ты! Снял это. Хотел сказать, снял с ручника, хотел сказать велик. С подножки снял, он покатился вниз. Самое удивительное, нет комаров здесь. Там они на той стороне были.
А тут что-то их и нету. Сколько переодевался, и как бы не беспокоили вообще. Странно. Так, ну что, сейчас самое такое неприятное. Возможное перелазание через кусты. Охренеть тут. Дим, зацени, как тут все изменилось, когда ты тут ночевал здесь. Можно было свободно пройти. А тут сейчас вон что. Вон какое дерево завалилось. Так, ну, наверное, здесь. Возможно. Под деревом. Ну, тут здесь красиво так. Как в джунглях. Ой. Шлемом треснулся об этот ветку. Да. Заросли тут, однако. Но что-то наподобие тропинки все равно имеется. Надеюсь, она меня куда-то выведет. Вон она. Вот я и выбрался. По-моему, я поцарапал ногу. Палец верни. Мне кажется, я поцарапал сильно. Блин, мусора, конечно, да. Тогда чисто было здесь. А сейчас насвинячили. Ну да, палец я вам порезал. Вон, прям по всей длине большого пальца. Ну, крови нету. Поверхностно так, наверное. Так, чуть не забыл. Мяту поискать надо. Она где-то росла. Охренеть, тут заросло. Таких веток не было. Ладно, фиг не с этой мятой. Да, как природа быстро отвоевывает свое. Все зарастает, зарастает. Забраться, посмотреть сверху, как выглядит. Как тут выглядит? Когда-то тут у немцев все работало. Вон по этим шлюзам они поднимались, опускались. Опа. Так, ну теперь... Момент есть. А нет, дорожка есть. Хотя вон какие заросли. Сейчас мне из них выбраться. Блин, а палец щипит все равно. Порезанный, который щиплется. Неудачно куда-то я наступил. Заросли какие. Ничего себе, этот туннель. Мы тут раньше, помню, ехали нормально. А дорога, смотрю, такая. Нормально, жесткая. Вроде как можно и ехать самому. Да, заросло, заросло, конечно. Очень сильно. Тут еще в горочку. И кто-то там на речке еще бубнит. Видно, эти байдарочники, может, плывут. Какие. Постоянно они плавают. Но вот ветки, конечно. Фух. Сейчас главное выбраться. Останавливаться нельзя, а то эти комары слепни сразу. Вот, начинается грязь. Вот здесь она. Почему-то постоянная грязь. Но нет. Даже... Не, отлично все. Фу, выехал. Чтоб комары от меня отстали. Фух, ну вот, вроде выехал. Все, выбрался. Сейчас на дорогу и до дома. Фух-фух, тогда даже дождик какой-то. Капельки.
Орешки будете? Все есть. Угощайтесь. Так, ну ладно. Поезжаем. Время всего 2:30. Так, ну это место вы помните, кто смотрел мое видео, где ко мне привязалась собака. Вот как раз в этом месте она ко мне привязалась. Где-то справа она выскочила вот с этого двора. И мы с ней поехали по этой дороге. Блин, на палец побаливает, однако-то. Порезал. Ну, сколько водорослей намотало на тормоз. Почистить чуть-чуть. Остальное вылетит, что не дочистил. А тут уже... Это уже не водоросли, это уже... Сухопутная трава. Чисто ради интереса сбегаю посмотреть, есть ли сейчас комары там в этом броде. Хотя уже сейчас начинают атаковать слепни. Интересно насчет комаров. Как погода на них влияет. Это тут мы с собакой в тот раз тоже были. Ну как она помелела, эта речка. Я понял. Комаров нет, слепней, так жена. Валим отсюда по тихой грусти. Они вон уже весь велик атаковали. Причем садятся только на черное. Стегнуться и снова Фу! После пива вспомнить бы слово. Затяжнительное. Короче, ладно, пускай будет затяжнительная горка. Новое слово, в общем. Фу, слепни. Затяжнительная, в общем. Может быть, затяжная? Да, наверное, правильно, затяжная будет. А не затяжнительная. А то пиво крепленное. Плюс слепни. Не дают расслабиться. С мыслями собраться, мыслями. Ну все, вроде выбрался более-менее из кустов, хотя вон они меня атакуют, все равно по камере хорошо видно. Ну, наверное, колеи какие нарыли эти, вода. Вон дожди какие были. Фух. Чуть-чуть до горочки осталось подняться. Вон оно. Фух. Все, маленький перекур здесь. А то реально. Ой, даже надо сейчас, если эту камеру к сердцу поднести, будет слышно, как сердце бьется. Вот как-то так, надеюсь, будет слышно. Короче, побег от слепней был. Ну вот, в принципе, и все. Вот такая покатуха у меня получилась. У меня раньше там маршрут был, я как бы людей возил через вот это место с переправлением через реку. Ну, мало кому это нравится, конечно, такие дороги. Поэтому съездил чисто для себя проведать, как оно сейчас здесь. В принципе, нормально. Так что всем пока. Ну и всем до новых встреч.